Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Myers Game, меня зовут Андрей, и сегодня мы начинаем проходить игру Battlefield 1 мультиплеер. Сюжетную линию. А я подумал, а почему бы нам не попробовать шутер? Почему бы и нет? Так, лицензионное соглашение. Принимаем. Принимаем. А почему бы и не попробовать нам шутер? Почему бы нам не попробовать пострелять маленечко? Немножечко развеяться. Так, персональные, так, настройки, сохранялки, соединение. Все отлично, яркость. Настройте шкалу, чтобы логотип был еле виден. Так, еле виден логотип. А где там логотип-то вообще? А, ни хрена, вон там единичка какая-то появляется, понятно. Еле виден. Ну, пускай будет. Да, пускай вот так будет. А, колоночки, наушнички, на-на-нара. Ладно, это не важно. Большие колонки пускай будут выбраны. Это не столь важно. Electronic Arts представляет. Производство компании DICE. Интересно, вот за музычку авторские права будут, не будут. Ну, посмотрим. То придется что-то менять. Игрушка про Первую мировую войну. Насколько я слышал. Давно хотел в нее поиграть, и вот наконец-то. Наконец-то настал этот час. Настал этот миг. Бам. Сюжет Battlefield 1 основан на реальных событиях, происходивших свыше 100 лет назад. В войне, которая положит конец всем другим, сражались более 60 миллионов солдат. Конец положен не был. Однако она изменила мир навсегда. Дальше бои на фронте, никто не ждет, что вы выживете. Так. Опа. Ништяк. Пулемет. Так, а что у меня еще есть? Пистолет. Пулеметик, ладно, погнали. А, масштабирование прицела. Ага. Вот все ясно, это, как обычно. Опа. Готовы. Ой, своего задело немножко, ну ладно. Блин, вообще прикольно. Чё там было? Удержать, выбрать. А, это пистолет поменять. Ладно, я понял. Ну, а гранат какая-нибудь есть у меня? Их что-то там много прям. Гранатку бы туда кинуть. Опа, есть какая-то, полетела. А чё сменить оружие? Зачем сменить оружие? А, ну это просто меня как бы учат, но я как бы и так знаю. Блин, нифига себе, это что, так положено или это меня уже убили? Вирджил Уайт, 1885-1918. Многие из нас думали, что эта война станет нашим ритуалом взросления, большим приключением. Я скажу так. Ого. Никакое это не приключение. Класс. Понеслась. Гады наступают. Да, еще идут справа. Где? Кто? Где? Сейчас всех завалим.
А, патроны-то бесконечны, да? Можно их не жалеть. А, граната, как отлепиться от пулемета-то? Это что, он в меня стреляет, что ли? Это штука летающая, дирижабль. Опа, уже с ружьем. Слушай, события меняются. Я даже пока не успеваю среагировать. Так, готов, отлично. Тут еще один куда-то побежал. Ну-ка, иди сюда, ты что тут засел? Сидит тут, отлеживается, хоп. Один, второй. Есть. Да, это... будет первое видео на канале шутер. Потом, возможно, конечно, будут и стримы в дальнейшем. Пока нет. Чуть попозже, ребятки, будет. Все будет. А, что там? Что там? Что происходит? Кто? Что меня убило? Почему? Зачем? Эзик Труд. 1894-1918. Те же танки. Могли в одночасье решить исход сражения. Как меняются сразу события. Они в основном были на нашей стороне. В основном. Опа, теперь я в танке, что ли? Вытесняйте цепи! Надо пробиваться! Опа, погнали. Рассчитывает пехота! Так, это наши. Где синенькая, там наша, я понял. Бей пулемет, отрезай! Нахрен не знаю, наш, не наш. Ха! Синенького не было, значит, не наш, я не знаю. На войне, как на войне. Тут и своих и на... У-ху-ху, полетели ребята вообще. Атас. Супер. Они наступают из траншей. Давай пулемету, гаси их. А-а-а, пошел рубить, короче. Пошел резать. Класс. За короля и отечество, вообще офигенно. Так, еще кого-то срезал, нормально. А туда стрельнем на всякий случай. О, нифига, упало, круто. Круто, красиво. Туда на всякий случай. По орудию. Где? Какое орудие? Не вижу. Держись! Мы пробиваемся! Так. Прострельчик просто на всякий случай. На всякий случай. А вдруг кого-нибудь дорезанет? Оба! Есть. Отлично! Так, это наши. Выдвигаемся с остальной бронетехникой. Японский танк. Впереди. Солдаты, держитесь! Ух, еще один, короче, завалили. Почти а что-то даже меня не просили этот. Ох, пошел рубить, косить всех. Что-то даже не это самое. Пол Маклетч, 1885. А дальше... Вместо приключений мы нашли страх. Почему-то я не выбрал уровень сложности. Войне, только смерть. Или она сама подбирает. Уровень сложности бывает и такое. Опа. О, противогаз одел. Ура, понеслась. А, это чужой, я думал свой тут. Готов, хэндшот. Блин, слушай, эта игра мне уже определенно нравится, прикольная. Такая динамичная. Вот он. С огнеметом, гад. Ух ты какой! Чё-то он не убивается-то, я не понял. Горю. Уходим. Так, нормально все. Срезал еще одного. Отлично. А даже чё он не убивается-то, я никак не пойму. А, гад. Гады. Робин Берри, 1900-1918. Ну, то есть, бои идут на всех фронтах, все ясно. Опа, еще другая винтовка. Ну, класс. Так, пошел. Куда пошел?
Ага, вот так, есть. Есть. Готов, еще один. И еще один. И мимо. Так это, блин, а почему эти огнеметчики-то, они как-то, они бронированные какие-то. А-а-а, граната. Fuck you. Филипп Баффорд, 1892-1918. Надо двигаться, конечно, надо двигаться. Тут если будешь стоять, все, сразу труба. Пиши пропало. Да куда ты, блин, струляешь-то? Эх, перезаряжается столько долго. А-а-а, граната, черт, валим, 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 валим. Эх, надо было на опережение. Ох ты, нашего срубил. Перезаряжаемся. Ух, да куда ты, парень? Эх! Я, конечно, играю с этой, с Sony PlayStation. Дуглас Уильямс, 1888-1918. Ни хрена не на мышке. Опа! Рональд Плайкман, 1886-1918. Я даже не успел появиться, меня уже кто-то спалил. Так, вот эти почему-то не убиваются. Ну-ка, поближе. Опа! Взорвался. Взорвался как-то я рядом с ним. Главное, постоянно все меняется, я ничего не понимаю. Пока что. А почему такой... Почему так медленно? Замедленный в какой-то. Ты гляди-ка. Опа, куда побежал? Ах ты, мать твою. Ух. Огонь вообще, просто огонь. Бомба. Прикольно. В серии Battlefield это что-то новенькое, конечно. Да, я даже и не знал, что она настолько такая интересная, динамичная. Они графика наступают. Хорошая. Мы наступаем. Мы сражаемся отважно, чтобы увидеть проблеск света в этой нескончаемой войне. Хоть на мгновение. Война — это целый мир. Вау! Бомба! Ух, и на лошадях, и с саблями! В пустыне, в окопах, самолеты, танки. Слушай, жуть вообще, круто! Человек. И эти люди мы. Прожженные жизнью и наивные. Прям эмоции прут. Офигенно. Преступники. Мы созданы для легенд, но не войдем в историю. Мы небесные рыцари. Мы пустынные призраки. Мы траншейные крысы. Это такое, короче, истории. Предисловие такое. Начало. Battlefield 1. Начало. Открыта запись кода КСА. Адские бойцы. Еще я слышал, что мультиплеер, он как бы учит играть тебя в синглплеер. Чтобы ты потом там понял, что к чему. Война охватила весь мир. Старые империи и новые государства. Старые традиции и новые идеи. Сражалось все человечество. За свободу, за традиции, за национальную гордость, за прогресс, за старое, за новое. Господи, сотни великих идей воплотились в войне, что должна положить конец всем войнам. И мы умыли мир кровью. Военные истории, выбор истории. То есть их раз, два, три... Вернее, да, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть историй разных. Ладно, давайте, ребят, это будет такое как бы вступление. Такая прям, ну как бы вступление в игру. Это будет первая часть. Если вам
нравится видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, рассказывайте друзьям, знакомым. Мы будем проходить эту игру на Sony PlayStation. Управлять, естественно, я буду геймпадом. Так что никаких мышек. Только жесть, только хард-рок. Все, давайте, ребят, мы увидимся в следующей части.